Всем привет, друзья! С вами снова Лавка Удовольствий. Я Александр Манек. Хватит сидеть в бассейне. Поехали на барахолку. Друзья, многие просили меня сказать, где находится конкретно на Салтовке эта барахолка. Вот это у нас Украина. Вот это рынок. И вот это я стою на трамвайных рельсах тракторостроителей в сторону конечной 27-го трамвая. И вот здесь вот у нас расположены людишки. Идем посмотрим, что сегодня здесь можно найти интересного. Мы уже скупились на рынке ХТЗ, сейчас посетим здесь и посмотрим же, что у нас теперь творится на круглом рынке, ребята. Давай, погнали. Рысь. Ах, красотень. Ну ладно, что я так говорю? Да? А за 20. Юр, сегодня даже посмотреть здесь нечего, да? Ну, сегодня, да, как-то вообще людей нет. Мало людей вышло. Вот, сейчас посмотрим, что нас ждет на круглом рынке, который уже снесли, ребята, кстати. Сейчас посмотрим, что там за ручеек. Приехали с Юрой на круглый рынок и немножко в шоке, потому что с прошлого нашего посещения круглый рынок просто-напросто снесли. И теперь я вам покажу, как стоят люди. Теперь это выглядит вот таким образом, вдоль дороги, ручеек. Народ теперь раскладывается просто на полу. Вот таким вот образом теперь выглядит барахолка. Сейчас мы пройдемся, посмотрим, что здесь есть интересного. Вот по интересам.
А почем вот эти мишки? 150. Да я медленно шел. Хорошего лошадя взяли на этом барыня. Кого-кого? Ну вот, на этом, на лошади, по-моему, барыня. А, статуэтку? Да. Уже продал. Уже продал. Красивая штука. Спасибо, спасибо. Спасибо, приятно, что смотрите. Какой-то утенок, первый раз такого вижу. Ну что, Юр, есть что-то интересное? А? Вот еще матрешки. А сколько такие матрешки ваши? Какие? Парочка или же все? Все. 300 гривен, да? Семерка 300, а то пара за 100. Ага, я понял. Ну тебе пара, они открываются, но они уже... Понял, 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 спасибо. Спасибо. Вот это маленькая. Там уже движ полным ходом на рынке. Сейчас посмотрим. Так, приехали на круглый рынок, там, где мы с вами были на барахолке. Посмотрите, что здесь осталось. То есть, после того, как мы сняли ролик, оказывается, что рынка больше не существует. Вот. Ну ничего, сейчас посмотрим. Здесь, говорят, люди на аллее сейчас торгуют. Пойдем посмотрим, что здесь можно найти. Поехали. Многоэтажные дома вот здесь. И можно, короче, барахолку делать прямо с окна. Вот так вот народ расположен. Видите? Народ вот с окна прямо сразу выбирает себе товары. Что это, Саша? Это какие-то настенные тарелочки такие современные. Это тот лоток, который мы видели. Да не, ничего, просим. Тесненько, да? Ну, тем не менее. По 4 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 по
Сколько тоже людей? Сколько механизм давно? Да не, не так же было. Главное, котлом он не так же. Поэтому и 30 гривен, правильно? А, у меня такой компас, да? А, тут еще и это еще. Тут такая сколько денег? Ну, это так вот. Фу. Я не тут верю. Такая, что... да, Тавес Бахтало, Сокерес. А ты что делаешь? Ничто, Лувека Зандиал. Что ты? Работаем. Ну что, ты посмотрел на себя, звезда? Ну как? Так я же, ты мне со стороны только снял. Ну, а как? А то ты будешь сильно популярным, будут автографы у тебя брать. Сказал бы, блядь, соседи мои, благородные пацаны. С ними вместе тренировались. Так я с пухарьком тренировался. А, ну извини, что я не сказал, что вот буду лаять. Буду лаять. Ударение сделать. Вот, ребята, буду лай у нас. Вот. Вот самый богатый цыган, обращайтесь. Самый благородный и спортсмен. Благородный и спортсмен. Только втяни живот. Вот, вот так. Здрасте. Ну, дева, все здесь теперь, да, перекочевали? Сюда нас перебрали, пока вот будут делать, площадочку будут делать. А, вот у вас тут сразу, да, и сзади стройка. Да. Я тут понял. Тут все будет убираться, якобы. Я понял. Меня уже не надо спить. Да ты уже знаменитая. Все, хватит. Автографы берут хоть? Конечно. Я понял. Нет прохода. Сото Данилов. В Ютубе будешь. У нас есть вот человек, который здесь покупает радиодетали. Очень дорого. Вот этот богач. Вот. Телевизоры старые. Как ты в этом понимаешь? Ты же в школе сколько класса учился? 9 классов закончил. 9? Красавчик, молодец. Вот это самое образованное. Телевизоры старые, радиодетали, Героев труда, круглый рынок. Нет уже почти круглого рынка, он кусочек остался, видишь? Ну, будет там супермаркет. А мы вот стоим на линии. Ты там будешь отдел себе откроешь, супермаркет? Конечно. Все, самое главное. А? Что говоришь? Фотографии просто. Какие? У меня такой есть. Да. Фотография, да? Или точно там... такой. Это на дереве фото, а сверху лаком накрыто. Да, 100 гривен его никто не берет. Да. Это для красоты, видишь. Живите богато. Ну что? Все? В общем, теперь как в Киеве. Где кто смог, так и притулился. Ручей нескончаемый. Так, иди сюда. А вот это взял свою полосочку. В общем, очень много тряпья. То, что мне, в принципе, не интересно. Но, тем не менее, иногда встречаются какие-то интересные вот такие вот. Угу. Шлостен фамилиан портрет. Замковый семейный портрет, ребята. А почем такие тарелочки? Вот сколько у нас тут женского счастья. Женское счастье, лишь бы мимо был рядом. А ты какие-то брошечки. Женское счастье. Катю зовут. А Катюха не слышит. Да. Прям возле трамвая. В трамвае ходят. Движуха такая.
Ну, если честно, так даже немного интереснее. Народ хоть может здесь свободно стать, ну, лучше. Я себя комфортнее чувствую, чем там, когда они стоят все плечом к плечу, да. Здесь идешь спокойно, можно посмотреть. То, что люди, ну, там, мешают проходу, да никому они, собственно, не мешают. Красотень. А можно я гляну вот это вот? Конечно. А, это копии такие, да? Ну, человек слева подскажет через драйвер, что копий таких не бывает. Ну, новоделы, значит. Оригиналы вот так вот облезли? Нет. Ребят, посетили круглый рынок. Вы видите, что рынка, собственно, больше как такового не существует. Куда денутся все барахольщики, непонятно. Но, честно сказать, мне вот так вот даже интересно. А может, здесь просто на аллее поставят какие-то киоски, магазины и будут теперь продавать все барахло здесь. Ничего не купил. Просто посмотрели. После прошлого моего посещения, видите, рынок разбомбили. Там уже одни руины, и сам рынок убирают колонны, пилят. Вот. Но все равно мы провели сегодня вот такой день. Юрец, как тебе? Да, насмеялись сильно. Насмеялись сильно. Покажем вам рынок ХТЗ. Обязательно лайкос под видео. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны. А мы, как обычно, будем снимать для вас еще более интересные ролики. Увидимся.